на Буэрке, съезд 5-7. И вот туда на 4-й путь заезжает сейчас Тарасовская. Справа 3-5 путь. И вот здесь, после этой стрелки, еще в 2008 не вложена стрелка, которая для буэрских тупиковых электричек. И 7-й путь с тупиком за переездом, до переезда с этой стороны. Вот тут должна быть еще съезд. И в той горловине, в четной, тоже 6-8 за переездом к 7-му пути. Ну, Курзалезница тогда не уложила, хотя в проекте все это было посчитано и все, но кормит обманом. Вот путевые коробки, которые контролируют съезд, которые не существуют, но по проекту они есть. И вот маневровый М1. Вот тут стрелка должна была выходить с нечетного пути сюда, и электричка уже с 7-го пути, проехав по горловине, сюда выходит на четный путь и на Киев. Все.